На лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова во время уличного концерта в Киеве напал неизвестный. Отмечается, что на сцену прорвался национал-радикал, который пытался напасть на артистов. Нападавший обвинил музыканта в расизме, однако был оперативно задержан. Гребенщиков пожелал провокатору прийти в себя. Рок-музыкант прибыл в Киев 22 июня, чтобы провести ряд концертов в украинской столице.